Привет, привет, моя хорошая, с вами Татьяна. Мы находимся с вами на Майдане Незалежності. Вот так сейчас он выглядит. Это город Киев, в Украине война, и вот они, признаки войны. А здесь происходит кое-что интересное. Люди пришли на главпочтамт купить марки. У нас в Украине выпускают очень прикольные марки, и очень многие хотят их приобрести. Вот они такие. Доброго вечера, мы из Украины. Вот такова реальность. Мне любезно разрешили снять конверт с этой маркой. Вы же знаете, кто в Украине была марка про русский корабль, который посылают в известном направлении. Вот такая улица Крещатчик сейчас. Здесь очень много красивых зданий. Люди в кафешке отдыхают, кто-то зашел кофе попить. Из-за войны метро Крещатик на вход и выход не работает. Зайдем в Манго с вами. Вот, смотрите, какая одежда сейчас продается. Давненько мы с вами не были в Манго. Видите, такие вот босоножки. Костюмы темного цвета, демисезонные. Вот. Надеюсь, вам видно, потому что мне солнце засвечивает, ничего не вижу. И вот такие короткие платьичка. Типа сафари. Накладные карманы. Ну, давайте посмотрим. Вот такие вот платьица с рукавчиками. Американские прерии здесь. Две тысячи гривен, у нас сейчас доллар 40 гривен, значит это 50 долларов стоит такое платьице. Футболки по 600 гривен, это 15 долларов. Вот такие вот джинсы различные, необработанные краи, узенькие, 1400 гривен. И вот такое вот платье, халат в горох. Классно, кстати, выглядит. Снизу разрезы очень-очень высокие. Вот такой воротничок без рукавов. 1000 гривен блузочка. И вот такое зеленое платье, тоже симпатичное. 1200 гривен. 1400 гривен новый, 100% полиэстер. Из таких же тканей пошиты коротенькие по 1200 гривен. Здесь и платье, и костюмы. Вот такой жакет стоит 3600 гривен. Это желтые блузочки по 1000 гривен с рукавчиком. 1000 гривен, такой длинный-длинный сарафан. Такая сумка, 1200 гривен. Сейчас покажу верх сарафана. Видите, вот такой. На лето то, что надо. Но, по-моему, это тоже синтетика. Сейчас посмотрю, какой состав. Увы, 100% полиэстер. И вот такая вот нежная фиолетовая. Лавандовая блузочка, тоже из полиэстера, стоит 1000 гривен. Прикольные сумки, шопперы, 1000 гривен, видите, таких классных цветов. Топики, малюсенькие сумочки, такие милейшие, 900 гривен. Это чуть больше 20 долларов или евро. У нас доллар и евро
в одной цене 40 гривен, так что без разницы, девчонки. Такое давным-давно было или вообще не было. Не знаю, кто знает, напишите, было ли когда-нибудь такое, что доллар равно евро. 1200 гривен это платится. 2000 гривен, такие широкие брюки. Увы, тоже 100% полиэстер. Вы знаете, я не права. Здесь 50/50, 50%. 50% шерсти. Видите? Вот такая вот сумочка 1000 гривен. Такие сумки всегда здесь продаются. У него тоже яркий такой цвет. Тоже 1000 гривен. С цепочкой. Джинсы клёш 1400 гривен. И вот эти 1400 гривен. 500 гривен. Зеленые и оранжевые футболки. Они с открытой спиной. Смотрите. Вот так. Шортики по 1200 гривен. Здесь 50% шерсть, 50% полиэстер. Есть еще вот такие. Сзади карманчики. Пятьдесят процентов шерсти, 50% полиэстер. Может быть, они ошиблись, и это хлопок, но посмотрите сами. Видите, написано волна. Интересно. 1400 гривен куртки. Вот такие вот юбки в горох. 1200 гривен сумочки. Огромные цепи. Вы знаете, мне не нравятся эти цепи. Наверное, они очень неудобные. Хотя украшают как-то эту сумку. 1200 гривен. Такое вот короткое платье. Такого же цвета. Босоножки. 1400 гривен. 2300 гривен комбинезон. Опять же, написано 50/50. Шерсть и полиэстер. Красивая расцветка. Смотрите, какая. Джинсы с необработанным краем. 50/50. Шерсть и полиэстер. Есть такие же синие и темно-синие. В общем, голубые и темно-синие. 1200 гривен. Вот такая вот рубашка. Фуксия очень красивая. Есть еще ярко-зеленые и белые. 1200 гривен. Это 30 долларов и 30 евро. С одним карманом, как видите. И вот такой комбинезон горох. Состав тот же. 2000 гривен. Есть еще сарафаны. Тоже из такой же ткани. Самые обычные, простые. Стоит такой сарафанчик 1400 гривен. 2000 гривен комбинезон. И вот еще такая расцветка. Более нежный. Сарафан. Тоже состав 1800 гривен. Видите, он такой длинный. Здесь вот можно стянуть. 2000 гривен. Плащ на скидке 70%. 350 гривен на скидках. Вот такие рубашки. Оранжевые есть в полосочку. Вот такая полоска есть. И вот еще. Это 600 гривен. И вот смотрите, сколько много блузок, рубашек по 600 гривен. Если вы знаете ассортимент Манго, вот, пожалуйста, такие расцветки. 1000 гривен курточка. Да. Жакет розовый. Стоит 1150 гривен. Много сумм по 550 гривен. Такая вот 900 гривен.
1800, блин, смотрите, какой красивый цвет у этого жакета. Пуговички. 650 гривен такое платье. 50% шерсти, 50% полиэстера. Что, чем оно примечательно? Здесь, видите, такой запах. Угу. И вот здесь тоже корнер с такими платьями на скидке. Все по 1000 гривен. И вот эта вещь тоже стоит 1000 гривен. Комбинезон 1600 гривен. С поясом. И вот еще такой защитного цвета здесь комбинезон. Этот мне больше нравится. Тысячу 600 гривен стоит платье, по 600 гривен. А здесь брюки по 600 гривен. Вот эти с защипами смотрятся издалека неплохо. Есть такие вот голубые, красные, зеленые. В общем, можно что-то выбрать. Ну вот, друзья мои, такой у нас манго на Крещатике. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь, новенькие, вам не трудно, а мне приятно. С вами Татьяна. Пока-пока.